На профи один пятый или час два. Пошел, как мы здесь сидим. Че, вам не надо, Коли Пал? Раз на раз не приходится, понимаешь? Так, давай чек. Ваня, последний трай, давай. Свет зашел. Я, короче, ласт трай тут. Казарак, а в РС не пойдешь? В РС пойду, я просто уже заебался этого лича. Ага, ну значит, сиди на личе. ДСР, Белин, готов? О, давай, давай, Ваня, по РЛ, что я просто подамажу. Может, прокнет. Сидишь тут пятый час, и еще тебе ГП дают. Ну, блин, это ж твоё, на то, что ты улетел. Вот, держи РЛ. Дай водичку, Мак, Вуди Аллен, а то тебе не Мак. Моя водичка зачем нужна? Так, ладно, что дай там попить, чекнул. Маны не хватает. Все, короче, давай, да Ванька, пусть парелит, погнали. Я же лок, у меня жизнь нету. Сейчас запустил стадию на позиции, ешьте там рыбу или чего вам там надо. Вот вы говорите, что начинаете тупить, а вы не представляете, как РЛ каждый трай говорить, все это сидеть и не тупить, еще умудряться. Мне дали воды, на. Мне тоже дали. Квадратик поставь. На БГ. На более быструю, чем ты заслужил. Да, вот на мне, но просто квадратик на миликов, наверное, еще надо на меня. Ты пройдешь эти мучения сам. Ни у кого нету сертификата на конец луча. Фоги. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Нам надо новое правило, если до 22 не убиваем меча, расходимся. Давайте, 2 секунды бой начинается, ДК на пульте. Просто пал ловушка, все проходим, ловушка в центре. Смотрим, чума. 5 секунд. Чуму будем выносить, вы тут уже не вылетите. Давайте 2 секунды выносим на ревневале. Достал. Кстати, звездочка ТРЗ. Ролейте, милики, проходим. Милики. Кто там шаркающего дисплея тромби поставил? Протопал, ловушка, все проходим. Смотрим, чума, 2 секунды, готовимся выносить. Аккуратно, ловушка. Чума на кальке, выноси. Протопал, ловушка, еще раз проходим все. Давайте стоим на месте, пока стоим, все нормально. РДД ловушка, милики там стойте. Второго шарка еще кто там так диспелит, чума выносим, чума на кальке. Кто там второго шарка еще диспелит, диспельте. Трусы поставил. Все, протопал на край, уходи. РДД, милики на край, идем, милики на край. Олег, дай каплю на протопала. РД, капля, Виталий Кун, давай ты и Белину. Мелкий трэш больше не забирай. Станьте звездочку, у меня так близко на краще, зачетная ловушка будет. Чуму выносим, чума на протопал, протопал на красе. Протопал. На край идем все. Так, Хазарак, гимном. Ставь тотем, пою гимн. Играйте в шаркающего, вылез шаркающий. Стал печеньку, его бейте. Мелкий трэш не забирай, все, протопал, веди сюда, иди к нам. Таунтите мелкий трэш. Милики там сливайте его. Дайте нового духа, переключились, играйте в нового духа.
Да, новый дух уходит, нового духа бейте. 4 хила до косы боль. А сколько там хилов сейчас? Да я просто начал дамажить. У меня второе место вместо 10-го. Так, Мурзафал, забирай духа, сферу добейте, играйте пока в небо духа, сферу бейте, да. Давайте, добили духа, задоцари, идем в центр. Давайте, звездочку становимся, станы валькиром, будем валькир сливать. Хотите, трапы разбейте. Так, первую бейте, вторую бейте, третью бейте, ромбик, застаньте кто-то. Станы ромбику. Играйте по валькир. Вышли из-под валькира, осквернение. Вышли из-под валькир. Ну, блять. Не сказал выйти, разбежались от валькир. Не прыгайте. РДД добивайте печеньку через трусы и ромбик. Добейте РДД. Давайте, давайте, добили, идемте в центр. Рост. Все в звездочку. БДК, веди в звездочку. Поверни его, давайте в звездочку все стали. Все, стой, стой. Звездочку стали, там подвиньтесь. Будет валькира, спустится, выбежим, скажу. Давайте, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Вышли, вышли, смотрим, лужа. Сумасвод, БДК, играйте три валькиры с станом. Станы, дайте мастаны. Всех сливайте. Через ромбик играйте, он первый валькит. Ромбик, давайте, трусы бейте. Хилы РДД на рейнджу, хилы РДД на рейнджу. Милики, скажу, выйдите. Вышли, милики. Ильдаль, давайте в звездочку и в сторону портала будем лететь, как-то так. Все в звездочку. Валькирам стан, сливаем. Так, сливаем, сливаем, все три сливайте. Прожмись, а через трусы играйте. Давайте ромбик. Играйте по ромбику, все играйте. Давайте, вышли, осквернение. Вышли, вышли. Играйте ромбик, трусы. Трусы больше дамага, ромбик больше. Давайте, трусы, ренивал, осквернение. Трусы добейте. Давайте в центр. Звездочку. Так, после третьей валькиры будет осквернение сразу. Валькиром стан и будем валькир играть. Давайте лезь захиливаем. После третьей сразу разбежимся. Давайте, вышли, 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 вышли. Давайте, две валькиры в центре. Смотрим, Ильдаль лужен. Давайте, играем через БДК, прожмися. Все играйте трусы печенька. Стояли не звездочки, полетели в лужу. Давайте печеньку добиваем, все, добили, играем лича. Веди на центр. Что там сейчас будет? Давайте, хилы РД на рейнджу, милики. Милики вышли, короче. Готовьтесь, она будет к личу бежать прям срочно. Не знаю, что будет сейчас. Вначале валик. Давайте, под лича остановимся. После первой после разбежимся, третьего... будет осквернение. Давайте, разбежались, осквернение, Белин. Вышли, 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 через печеньку играйте, дайте гимны на хп, гимны на хп присты. Дайте гимны на хп быстрее. Моё, не вижу. Моё. Давай, давай, печеньку, все три бейте, дайте мастаны. Давайте, трусы, печеньку добивайте быстрее. Ну-ну-ну. Так, давайте, на краю становимся все. Рассосились хилы РДД. Осквернение, вышли милики, отлича. Смотрим, на ком лужа, Хризалис. Да на край все, на край, на край. К нам бегите. Так, Ельдал, гинь на хп, ставь тотем, второй шаман. На хп я кидал, на ману. Играйте духа, который с меткой. Я вас не слышу, короче, у меня музыка играет. Делайте, что я говорю. Давайте, бейте духа, который с меткой. Второго духа... кто там... Деловей напулишь. Третьего духа напулит... Ламруа, четвертого... Второй хант. У нас их вроде два.
Да, второй хант напулишь. Заберите. Второго духа забирай, протопал. Так, духа нету. Это последний дух, наверное, будет сейчас. Давай, ДК забирай. Че вы сделали? Боб не кинули. Давайте, хорошо, дух обьем. Давай, протопал забирай, все идем на переходку. Играйте все в духа. Все в духа бейте, реча не трогайте. На западной комнате за печенькой ходим. Она вроде там у всех есть. Идемте. Давайте проходим. Проходим, бежим, стоим, стоим в печеньке, стоим в печеньке, стоим, 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 стоим в печеньке, стоим, бежим, 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 стоим в печеньке, в печеньке, в печеньке, в печеньке, в печеньке, в печеньке, выход, бежим, 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 все нормально, играем в духа. Осквернение в центре, играйте в духа. ДК уводи к трону, ДК к трону уводи. Паладин, дух дыхнет, идешь ловить уже, все, короче, играем в лича. За лечом прячешься, паладин ловишь. Че каплю давай? Так, пока... вышли милики осквернения. Блин. Так, стоим тут, никуда не веди, сейчас будет комната. Если не будет, то это будет вайп и РСК. Если не, уже поздно, и ЛК будет. Ульда, ульда будет. А, ульда. Две РСки. Комнаты что? Это будет. Давайте звездопады, идем за печенькой. Звездопад бы. Так, куда там? Сюда идемте. Давайте проходим, за угол заходим. Давайте в угол вжались. Проходим. Идем. Проходим, проходим. Давайте за угол. Проходим. Давайте выходы все к порталу идите, вам лича приведут. Смотрим лужи, к порталу идем. Белин. Давайте, ушли к порталу, протопал хлопает, с центра ушли. В центре не стоять. ДК, прожимайся, лича отводи на ту сторону, под духами только прижмись, хорошо. Все, ДК, уводи, к трону уходите, ДК. Прижмись только, дайте каплю на ДК. Дайте СС на ДК, кстати, вам лок есть. Да там же не нормально пока. Давайте, ушли с центра, милики, вышли осквернения. Вышли милики. Смотрим лужа в Скарлете. Все, стоим. Патроном добиваем. Никуда не веди, сейчас будет комната. Дота телеча. Давайте последнее. Давайте не дохните, потому что там еще много процентов. Там еще будет 1 или 2 процента. Кильтери. Давайте проходим. Входим. Проходите, проходите. Я тут гимн пою. Проходите дальше, идите. Идите, идите. Давайте проходим по на стеночкой за угол.
Идем, идем. Давайте выходы там добивайте лича. Ну уж посмотрим, Виталий. Да все, не видит там 2%, 1.5%. Во второе допьет. Триумф. Фух. Бля, аж настроение улучшилось от такого трая. Повезло. Смысл был спекать фибрилляцию вообще на дне похилить. Смысл КПС был в том, чтобы да, 4 хила идти, как обычно, и давать капельки на БДК. Чтоб БДК не падал. Да он и так проседал, там чуть не сдох 3 раза будет. Ну да, я на него по КД, ну, по жнец кидал все время эту каплю. А что, сейчас даже никто не умер, да? Не. Никто не умер, кстати, да. Херась, она почти на 2 ляма перехилил шамана. Кто? Я. Да походу под, у Вареньки было соловей, поэтому он так. Смотрите, вы неправильно смотрите на это все. Ушел 3, а мы убили, правильно? Не на последнем трое ушел. Я знаю. И еще Риэла поменяли. Риэла. Риэлтор. Понял. Я буду воскрешать их. Да нет, это все случайно. Понимаете, вон Димко обратно в гильдию. Он гильдию ищет. А, можно вопрос, Войт? Войт, ты ж танчишь этим мишкой. Слушай, а в нонсете, если ты танчишь мишкой, будет агро рваться? Или нормально все равно будет? В каком нонсете? Если... В смысле без Т-10? Ух ты, на реневале у меня вообще ничего нет. Там я видел на рану хорошая агро, иди 20%, блин. Ну, в смысле, увеличивает урон от рваной раны. Олег! Чё? Слышь, а ты реально шалана не хочешь брать обратно? Ну, с агро проблем не будет, но вот 4-10 обязательно надо. Там 12% дев. Там что, не в гильдии? Не хочу, если честно. Не знаю, что. Не, он не в гильдии. Можете обратно, а? Не всё равно. А что ты хочешь? Что там, мишка, может, Т-10 топ? Хочу нонсет, а ты прикинь, это снова этот токены героические, снова, блин, надо фармить. Ну давай возьму. Поэтому я сделал 2 друида. Один мишка кот, один сова друида. Ты я так же делаю, второго кача. Если честно, даже в 2 друида мало спеков, потому что это лишает ПВП. Ай, Варенька, давай фулл ДПС, не первые 4. Да он уже сбился, это у меня с этим сейчас, который с языком фазы. Не сбился, сейчас я вам дам, нате. Ну да, я там, кстати, у меня война. Лор, ролите. Ой, это не то. Сейчас я вам дам ДПС. В гильдию. Вот ДПС. Вот, так не первые 5. Вот представь себе разницу вот в цифрах. Мы сидели, ну, блядь, 4,5 Проните. Часа, да? И получаем 2500. Или можно за это время 20. На успех. Друиды, рольте на успех. Тут некому. Тут там осколки роли. Призефилакс. Жалко, коня роль. Там-то хмели сломали, ну, жалко. Просто улить. Связка танков такая была. И в 3 хитла пошли. Да, с такими танками 5.9 ничего не ходить. Олег, а можно попросить токен на ролл обычный на покорителя? Ну, я разруливаю вещи. Токен рольте на моем. Никогда не думал, что снова буду обычные токены ролить. Надо мишку еще себе шмот сделать.
Кому там обычные токены? Какие там? Плюс они. Покрыть. Берн, да? Да, покорителя. Спасибо. Ну, короче, третий спик собирать мишку. Это достал.